Извините, я вот бабушке в гости собираюсь, не знаю, что купить. Что бы вы хотели, чтобы вам внук принес? Я знаю, он так редко приезжает, что я не знаю. Солнышко, масло, яички, кусочек колбаски какой-то. Здравствуйте, я у вас спрашивал совет в магазине, что купить бабушке. Ага, ну что, вот, купил? Да, купил колбаски, яйца, там, масло. Ну, нормально вот будет? Хорошо, да, вы будете, да, знаете, да. На самом деле, я спрашивал это для вас. Я просто хотел сегодня сделать доброе дело, решил это сделать вам. Ой, боже мой, зачем, сынок? Я думаю, ой, ты, наверное, девчонку какую-то там жёшь. Подарок. Нет. Ну, можно вас тоже назвать девчонкой. Была. Я прошу прощения, а я вот приехал к своей бабушке в гости, не знаю, что купить. Можете? Где мы еще встретились, да? Да. Что не заходишь? Бабушка, здрасте. Помните меня? Ой, помню. Вы мне розу подарили и гостинцы. Ой, какой вы человек. Здрасте, бабушка. Узнали меня? Узнала, боже. Как у вас дела? Девушек.